Посол Франции в Азербайджане Ан Буайон совершила поездку в Гянджу, где посетила мемориальный комплекс памяти мирных жителей, погибших в результате ракетных обстрелов вооруженных сил Армении во время Отечественной войны в 2020 году. Дипломат возложила цветы к разрушенным домам в знак уважения к мирным жителям, погибшим во время теракта в Гяндже. Посол была проинформирована о том, что ракета, выпущенная в то время с территории Армении, попала в жилой дом, расположенный вокруг Парка Победы. Было разрушено много домов, погибли 11 человек, в том числе 5 женщин. Были ранены 40 человек, в том числе 6 детей и 16 женщин. С 4 по 17 октября 2020 года было совершено 5 подобных терактов. В результате армянского террора в Гяндже погибли в общей сложности 26 человек. Более 170 человек получили ранения. Был причинен огромный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.